Ну вот сегодня чем занимаюсь. Уже напикировала вот эти вот маленькие манюськи. И сейчас пикирую лобелию. Рассаживать буду тайдалы вот эти вот. Тайдалы. Петунии тоже буду пересаживать. Ну вот так вот лобелия у меня сейчас идет пикировка. Ну все просто. Грунт у меня, вот видишь, намешала. Это терравита. Агробалт вчера купила. Вообще, агроперлит купила. Ту почву брикет купила. И вот намешала 20% где-то перлита. И вот терравит. И все теперь черенкую в это. Вот так вот беру. Вот манюська. И вот так пересаживаем. Все. Дальше потом пролью. Вот. Так. И следующую. Тоже так же. Прям разрываюсь. Как разрываюсь. Что делать? То ли лобелию, то ли эти. Все делаю. Вот, вот у нее такие корешочки. Вот эти вот уже, видишь, напикированные, прищиплены. Ну и вот эти тоже можно будет. То есть прищипнула я и уже прищипнула. И уже даже черенковала. Вот. Сильвер. Это тайдал сильвер. Гигантские петунии. Сохранила. Чудом сохранила с того года. Вот сейчас хочу. У меня всего тайдалов две штуки сохранились с того года. Но я и этому рада. Сейчас заказала. Вчера купила за 300 рублей 5 семян тайдал Red Velour. Красные хочу, чтобы тоже были. У меня их там всего 5 штучек. Поздно, конечно. Считай, сегодня 22 марта. Вчера 21 я их посадила только Red Velour. Ну что теперь делать? И хочу сохранить тоже так же маточные кусты на следующий год. Ну вот второй год занимаюсь петуньями. И на второй год маленько начала понимать, а то вообще прошлый год как слепой котенок. Вот видишь, вот это вот тоже можно черенковать уже. То есть несколько штучек, наверное, начеренкую. Вот петуник тайдалов. И еще, считаю, у меня тогда появятся тайдалы. Так, вот все, большие стаканчики. Закончились эти стаканчики с прошлого года. Но у меня есть стаканчики и кассеты. Накупила еще кассет. Так, опять много положила. Надо вот самые большие в эти стаканчики. А все остальные поменьше. Кассеты еще купила. Ну, в общем, вчера опять где-то на 1600 накупила. Считаю все расходы, потому что прошлый год я очень расстроилась из-за того, что расходы преувеличили доходы. То есть потратила я где-то вообще на всю свою земледельческую деятельность 110 тысяч, на самом деле, даже, наверное, больше. Вот. А доходы были где-то 43 тысячи. Ну, прям, в общем, вообще ни о чем. Так, эти вот для лобелии, наверное, больше. Поэтому сейчас я стараюсь считать все доходы, расходы, чтобы... Ну, давай лобелию сюда посадим. Ну, и лобелию вот такими тоже маленькими штуками. Их пикирую. Ой, это вот одна куртинками. И вот сюда вот. Здесь вот одна получилась, но надо побольше сюда положить их. Буду смотреть, как приживется. Так. Пробуем другую. Ну, в общем, вот такая работа у меня сегодня. Лобелию и петунию.
и еще в теплице посадить, и еще успеть в Эйвен поработать, потому что завершается каталог, и нельзя не работать в Эйвен, потому что не будет дохода. А без дохода жить плохо. Хотя я сейчас уже пришла к выводу, что можно жить и без дохода. Ой, вообще. Так. Черенкуем дальше. Ой, пикируем дальше лобелию. С маленьким доходом и зарабатывать вот в прям в процессе. То есть каждый день что-то делать для того, чтобы появлялся заработок. Вот тут лобелия вся. Вот, потому что в этот месяц я тоже осталась без зарплаты, Вейвен. Без зарплаты. И так как переходила на ИП, вот еще сегодня надо решить переслать Вейвен ИП. Самозанятость закрыла, перешла на ИП. Ну, в общем, вот такие дела. Дальше, наверное, не очень интересно, потому что все будет то же самое. Дальше сниму вам потом, что получится и как буду еще в теплице. Ну, лобелька вот такая классная. И петуньки тоже. Вот такой бардак, как всегда. Только-то намыла тут полы два раза и уже опять бардачу. Вот такая красота. Все, до встречи на моем канале. Пока, с вами была Белякова Алла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас происходит самое горячее время началось. Пока-пока.